Семья пропавшего белоруса и украинца Павла Гриба обратилась в Европейский суд по правам человека. Призывают срочно вмешаться, поскольку у парня серьезные проблемы со здоровьем. Об этом заявил журналистам отец пропавшего. Родственники Павла просят помощи у международных организаций, а также у властей Украины, Беларуси и России. Отец парня уверен, что к исчезновению сына причастны российские спецслужбы. Напомню, 24 августа Павел поехал в Гомель на встречу с подругой, и связь с ним прервалась. В тот же день отец отправился на поиски сына. Особисто бачив на екрані, коли вводиться в базу даних, вводиться, воно на дисплеї висвічується. Є пряма загроза його життю. Я хочу по-русски сказати тим, хто мене зараз слышит в Російській Федерації, возможно, що це крайне важно і крайне опасно удерживать сейчас Павла. МИД Украины ранее направлял ноту Беларуси по поводу исчезновения Павла Гриба. Однако, по словам украинских дипломатов, белорусские коллеги сотрудничают в этом вопросе неохотно.